Чё, там Так. совсем все плохо? Вообще все. Нет, Сереж, тут там неплохо, там говня. Тут уже спалят. Не понял. Не понял, мать. У нас тут вот точки есть уже. Я не знаю. Нет. Нет. Кафе чье будет северное. Кое что я буду. Я хочу, чтобы я, я уже не узнаю. Это, блядь, пиндосы бегают с булавой, это они, блядь, сгребанная нафиг. Все тут нормально, все красиво. Откуда лучше? С запасного центрального. Запасного центрального. Выходи. О, Катя бежит, я за ней пойду. Пока ее будут бить. Просто горячку с арбалетом несется. Да, так. Вот, ты медленно бегаешь. Пошли, Кать, сдохнем там. Не понял, если... Чё так... Чё так быстро? Ну, со слабой гимнами. Вообще не поломать. Пет, как всегда, блин. Но, блядь, пойди. Ну, есть у нас точка. Ну, они же, как всегда, не уязаны, не хирязаны, ничего нету. Кстати, там уже кто-то тут куда-то. Кто ящик разбил? Лёня, а ты что ли ящик? А ты что, за него пряталась? Накажи его, накажи. Класс. Не понял, где мои кольца вообще? Я же просто как по мосту, блядь, бил, чтобы сына к нам не подошли. Ничего не понял, короче. Так, почему у меня инвиз не сработает? Насчет инвиза не знаю, почему. Повер так мало. А там добавка потерялась. Уже два раза сдох, но еще ни разу ни по кому даже не царапал. Мне надо было. Беги как корова, блядь. Плюх, 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 блядь. Ни скорости, ничего нет. Перца нет. Тут какая-то Илин бегает, блин, своими пузырями. Блин, жесткая, я ему. Слушай, что кидать надо? Ой. Да почему, блин, он догоняет и бин, никто не может сделать. Хоть сколько у тебя дефа, по тебе два удара бьют и все. И ты труп. Чёрт,
Опять они в этой закорючке. Это Элин уже бесит меня. Там просто тык-тык-тык с двух тычек убивает. Пробел. Меня так быстро убивает, что у меня даже рабочка не убивает от. Да не, я зашел и побегал вообще ни о чем, короче. Я не сразу сказал, что ты убиваешь эти мне ручки. Просто выбивает, как будто я, знаете, без броней, вообще без ничего пришел, чисто так. Да не с тебя одного так. Просто Лионель прыгнул, убил, хотя Лионель они вообще, блин, такие цифры раньше, минимум вышибали. Что, убил кого-нибудь? Ну, я там убил кого-то. Ну, все равно не пробивает он, да? Не, пробивает. Не так, как хотелось. Не так, как хотелось. Говорю, блять, им бегаю чисто, знаешь, как, ну, с ног скинуть. Так с ног хуёво делать. Ой. Тут лаги начинаются, как обычно. Прикольно, я резнулся в шоке. Это как так-то? Вообще в ДР просто попал Элин. Прикинь, как звучит, аж одного убил. Вот как поднял. Чё, хорошисты пробивают? 75 уклона, ничего не понимаю. Наверное, там броника 200, и чё, и ему на 200. Каратисты всё у них впарили. Там Арамшол он бегает, он меня очень... Да слушай, у меня 123 проника, и я не убиваю, Марк. О чем речь? Это мало. Появился Эвил, ничего не бафался, просто хоп, взял, завалился. Как тикен трюковый? Что? Тебе трюковый надо? Нет. Танка с пельтасом внизу никто не хочет убить. Я, Лёш, лампу веду. Ага. Thank you.
Зайцы какие-то. Зайцы? Угу. Идите, хваленые инвалиды, блядь, от нас. В которых они, блядь, неубиваемые. Да ёпарасы ты. Вечно только пытаешься ударить кого-то, кто-то подбежит, плюнет. ХП нифига не снимет. Зато с ног собьёт. Ну, он там через стенки стреляет. Круто. С чего? Не знаю, просто конус такой стены. Лагает, не могу я как здесь лагать. Только у меня лагает. Нормально. Тоже нормально. Да, у меня пока проблем не было. Ой, кто меня резал. Дайте я убью эту дуру. Я только что саранги, блядь, пари куда-то ударил, логически дамага у меня как-то. Блядь, калипсо на мне. Даже не саранг, а тень. Это значит, ты ударил кто-то не сюда. Промахнулся, скорее всего. Кукурузу подвела. Вчера там по Кевину дамаг залетел, короче, 4 раза по 150, последний на 300. Она ударила один раз и где блочится скилл. Харик, я тебя бы спас, но мне скилл заблочил. Да это вот бедолага, триггерит на меня. Ну вот соснус и шоган, он знает, что это я. Вот триггерит на бедолага. Смотрите, как долго вот скилл заблочил. Ничего себе, очень сильно снял.
вообще ничего не снял, зато мне посмотри как хлопку. Здесь ничего, не миллиона два герб тут вот. Притом. Тайминг, бля. Блять, кто вокруг сюда, кто... Не знаю, кто куда. Ну, прикольненький так играть. Да, у них тут обсерватория вся в этом, во флагах. Ой, кто-то нахалабучен. Здесь какого говна только не будет? Тоже Кес бегает. Так. Одни каратюги, блин. Реально Аделинка здесь была бы нормально. Я кода. Та сабля, видишь, Аделинка, блин. Я тебя еще и без пета бегаю, выключился, зараза. Это сколько я киллов посчитал? Ты давай дохни почаще. Опять заблочили все скиллы. Ёкало. Бока, да, блядь, здорово. Ага, главное, она такая долго, слушай, 20 секунд. Лёш, меня там выглянуло. Бегу, очки бегу. А, мне не могу я. Кольцо над головой. А, вот, сейчас подниму, беги. Я им там вызываю, нормально, убиваю. Смотри, за мной шоу на 5 зажигал, блядь. Смотри, он прямо спригерит. Вот, дохнешь. Давай, лезай в углу, вот туда. Я вижу. Ну, это мы у них все отвоевали, они там сидят где-то. Угу. Меня через стену, блядь, опять шлёпнули, блядь. Чудеса. Я судьи. Ты, блядь, говно нахрен убиваешь. Что за перс? Хрен его знает. Что тут взять можно? Да я вообще уже ничего не понимаю. Она, блядь, не убивает ни хрена нахрен со всей фигней, блядь. Плюс 7 книга нахрен. Чушь полная. А ее каждое равно на расстоянии даже кого он не видит, она, блядь. Ч
чё меня тут убили, хрен. Бля, вообще, конечно. Лёня, ты не во врата забегай, ты там встраиваешь, если ящик резко чтобы тебе. Ну, Инфернал, резай, резай. Где? Меня нет там. Так вот он. Это не я там. Каратигу не убивает, блядь, этого не убивает, нафиг эту пиндосу, они с этой хреновиной ничего не убивают. Вообще, я ничего не понимаю. Там и стрибнул тоже, валяк, ты бегаешь. Ты меня спутал. Какие-то каратисты тут пошли, знаете, они будут такое бить. Скауты багнутые какие-то. Не, ну по нормально. Там запрыгнул на кого-то, ударил и меня снес. Ох, меня сзади нахлобут. А как меню медали как то есть? Ctrl L вроде. Блять, ну я прописка тоже не всех могу пройти. Велик побежал, я за ним побежал, велик остановился, ты приостановился. Я думал, он поддержит мой энтузиазм. Он энтузиазм поддерживает нас. Охереть, почему попадают всякие аниски? Вообще, у меня нету у ворота получается. Я его... меня абсолютно все персы ваншотят. У ней нету игнора у ворота. Да не идет. Либо все-таки действительно брони как-то влияют на это. Ну тут же дитка он бегает. Этот целбов так долго откатывается. Блин. За чиз, блять, он вообще какой-то непробиваемый. Да вообще какой-то. Вот в чё он одет? Ну действительно так. Вот мне знаешь, что интересно, блядь? Вот стоит толпа зеленых, охуеть толпа. Вот я начинаю, нажимаю скилл, блядь, беги красный, он пробегает через 20 крас зеленых игроков, блядь, и бьет меня, блядь, одного. Ну что это за собрать? Ни хрена не могу понять. Мне пару ударов и блокада, пару ударов от коллекции и блокада. Да, да. Я вообще не могу понять, сколько блокад вешает. Да, все, чисто меня доебался. Все, увидел.
чего у этой долины крит? Пробегай. От третьего шага. Ты бежишь, короче, бафаешь на себя вторую скилл, делаешь два скилла, и вот на третий степ, и она ебашит прям ультра дэмэджем. Не понял. Второй. Ну, смотри, ты, короче, забафал. Ага. И, короче, две анки бегают. Убиваем их эти. Да, и все нормально. Да, не забей, не слышно ни хрена. Понял? Не, я не слышал. Зеленый. Андрей, да, опять зашел, да хотя бы буду с ног сбивать. Ну, короче, на третий скилл она бьет, короче. Ну, сильно дамага. Только ты умирать не должен, чтобы сохранял степ. Не понял. Твоя там снимает. Вот он из всей толпы меня выцепил. Правда? Он мимо пробежал, потом резко. Вот я же говорю, стоп. А чё, кроме этого места больше резко негде, что ли? А мы толпу резко кидаем. Последний не парит, не убивает. Стюран, вон, в деньги, короче, стюран палкой. Какой ты, блин. Господи, кто тут ударил? Кто снизу, кто сверху. Врача, доктора. Это у нас Лёша потерялся, он бежит. Ой, не добежал. Тут кто-то с бабкой пришел, блин. Ага. Там бабка такая ватная, кстати. Да что-то я ее не пробиваю. Хоть что-то мы сможем убить, ребят. Нет, там одна. Лицо вообще будущее. Прикольно так там Катя с ящичком. А? Не сушла. Ты говорил, с ящичком не сушла. Угу.
신상대는 이쪽이야. Ум. Из-за угла такая толпа вышла, блин, я. Угу. И все главное были под щитами. Да. Вот этот дома, конечно. Просто летает, блин, как-то. Еще магически себе бахнул, бегает. Туда скилу. Ну да. О, там в этих обсерватории вообще неудобно драться. Не, не охуему медаль свою забрал. Старый хоть и кожу носит, а все равно не вызывает. Но у меня вообще две новые медали. Молодец какой. Чем даже три. Мы только одна. Теряем, тут ты обретаешь. Я своего золотого персонажа для себя нашел. Леонель стрельнул, сразу килов сделал целую кучу. Он что, прошибает вообще любые брони, не знаю, что у него там за баф еще. Ну там игнор деф и 75% у него на рабочем. Какое 75% на говоришь? Я тебе серьезно говорю, когда вот я его продавал. Знаешь, какое 75%? Я в курсе, что это такое. Это не 70%, это не игнор деф. У него игнор деф и 9% максимал. Силах получается. Лёша, где ты резаешь? У него... Чё? Не знаю, бахну где. У него идёт 15% скиллов, не делает. 85% на конечный итог, это там очень много. Нихера нас тут не резнули сразу такую пачку. Оптом. Ну блин, под под крытом Долинка убивает. Даже эти крытистые снег убивает. Да тут ты не один, тут еще какая-то Долинка бегает, он, блядь, пикелин не может. Бам, бам, бам.
Дал? Поймал ее. А, Адриана, конкуренция, конкуренция. Ой, почему она раньше меня скинула? Надо вош, наверное, атаковать, правильно? Вош, да. Катя там откуда доносится? Вообще. Я еще и лагаю. О, вош убегает. Серьезно, что я вообще уроню? Блять, учись меня прям аж пытается убивать нахуй везде. Думал, что тут нарисовал за этот корыс. Крутануло вокруг сигары фирменьку зона. Телепортировался прям под носками. Дремоль до Калипса одна бегает, сука, бьет потихоньку, блядь. Тут народ появляется. Бей. Шикарно. Ага. Сейчас. Я ей должен, блядь, для этого, чтобы ее убить, надо как минимум в жопу браслет засунуть. Книгу, точнее, книгу. Сетома. Война и мир. Кто это тут у нас каратист такой? Да, блять, опять он за мной бегает, да пан лечит. Цо, что? Вообще, просто, блять. Ой. Ой, чпок. И слама рядом положи. Братская могила. Да это смысл вообще бесполезно, блядь, бороться с этим щитом. Блин, ну не, мне, если честно, сейчас Адалина понравилась. Я понял, как ей играть. Стал тут найти это, что-то сделать. Сабельку. Каратистов она вообще спокойно выносит. Плохо, что у нее артефакт такой. Нет, не очень. Ну, артефакты не надо базовым делать, надо делать. Эй, прорвались вот, блядь, с этой базы нафиг. Как она называется, да, господи, по центру которой. Право по проходу, блядь. Толпой целой. Кто тут застанил так? Я же не понял, кто. Я тоже не понял, что там. Что-то мясо какое-то здесь творится вообще. И толпой выскочили, блядь. Вот если я не бафаю себе рабочку, блядь, я не... Какая бафаю себе рабочку? Тут
просто убивают себя. Это обычная долина, да? Нет, пират. А-а-а. Чё, как, какой у тебя уровень рабочий? В смысле, 12-й? 12-й, а она никак его не разгоняет? Ой, 11-й, 12-й. Как она его себе не разгоняет? Не. И сколько там, 31 тебе даёт? 20 она, а, нет, на 12 уровне. 30 на 12. Да, а так... На базе есть 14 уровень даже, там 50 просто. 1, хуй знает. Кто-то сюда эльками пришел, Катерина инты. Ну, у меня одно кольцо на стойку, одно кольцо. Ну сейчас 144 агильти без разработчики. Ну 160 агильти получается. У тебя серьган агильти? Не-не-не. Все, обвес у меня сила. Видишь, вот это вот, брат, вообще печалька, что надо обвес на дюу делать, нерентабельно. Ну да, как бы, ну видишь, можно потом на Аню там одеть еще кого-то. А, блин, чисто как... не понимаю одного, почему я с любого скилла улетаю, блин. По тебе скиллнули, тут труп. Ты по кому-то скиллуешь, там далеко не каждый со скилла валится. Почему? Мне больше интересно, почему, блин, я бью кого-то. Опять этот кикер пробежал нахрен, перебил всех, в него, блядь, влупили 20 скиллов, ему похрену, побежал он дальше. Стоит перс, я в него пытаюсь... Реакция. Понятно, что это. Он хоп разворачивается и по тебе скиллует сам. Это вот реальная боль. Зайчики тут бегают какие-то, блин, кривоногие. Тогда ворос. Он меня стреляет, не понял. Сука! Там я его забирал. Матвей падает. Афины чужих не рез. Я аватар бы не резаю вообще. Ой, как хорошо ты это сделал. Я разрукавать начал. Не бьет, блядь, вперед, а бегит туда, блядь. Ой, я труп. Ду-дум. Сока меня. О. Убило. Вертушки. Туса, ты под каким бафом бегаешь? Под магическим барьером. Под мили бегай. Я что под мили, что под маг значит будет. Это Асока достала уже, а? Что она за мной бегает постоянно? А по-моему, милая. Она прям через всю карту пробежала ко мне прям. Я
Интересно, а есть вот эти, сколько стоит, ну, на Корсар вот эти кольца, которые комбинированы? Тут вообще комбинированные кольца-то есть? Вообще мне какая-то странная тактика, да. Игры. Они оставляют одну колонну, в итоге у нас, а потом забирают они. Нахрена это надо? Я не игнорирую скиллы, которые идут в блок. То есть, наверное, там 200 проника, 200 поглота, я не знаю, какие статы просто. Валероном? Ну чё, все в валеронах, что ли, блин? Большинство уже, что ли, в валеронах давно. Пиздец, почему они их не продают никто? Вот так. Интересно. Ой, я труп. Блин, Гаделина живучая, пипец. Да ладно. Да. Ну, смотри. Пережил. Нет, 3 скилла я пережил. Я вообще ничего не переживаю. Что, у меня такая живучесть на Скарлетт была. Я абсолютно любым нубаским скиллом ложат. У меня любая сука, блять, может убить со скиллом. Я Катьку им видит сами. Блин. Где наш рест опять? Лёша. Что, а ты живая? Да где ж я живая, на маску валяю. У меня хп ровно показывает. Какой-то гандам у меня медаль. Лёня выжила, меня убила, вы прикиньте. Фига тут бабка. Это что за бабка? Да что за бабка? Акрашера она мне повесила на пол в альянс вара оставшихся. Да. Большой крашер проявили. Ядрёный. Чё, блин, эта Катька тут ходит. Без тихо. Вот так вот люблю, блядь, урожай собирать, и ты просто со скиллов убиваешь. Кто выигрывает? Они сами вроде идем. Сука, блядь, теперь уже Катюха мне осталась просто с ними. Непонятно, блядь. Наводился на лес, нет, побежала вперед, блядь, под атаку, мне лишний гребаный, блядь. Никто запинал. Дура с книжкой, блядь, поперла она. Она мне может милишница или у тебя? Она мне пришибла, она мне пришиба, порога такая, пришиба. Да. Без слуха я пришиблю.
Они здесь спецом, короче, наставили этих флагов, потому что все скиллы улетают во флаги, не только у них. То есть на обсерватории. Пиздец, пришел на обсерваторию, короче, поднял. Бесполезно, когда они респятся, они под неуязвом, ты им там хочешь. Вот чисто весь жир с их команды стоит, блин, на центре каинга. Еще и под флагами. Так тяжело убить на все. Меня толстяк убил. Кобра. Я тоже убил. Чуть-чуть быстрее бы кастовали скиллы, ну имеется в виду. Вообще я... Очень долго она там пируэты выдает. Это сколько, блин? Знаете? Да секунд 5 она там, блин, машет. А, блин. Ну у меня тут тоже махалка, блядь. У меня пока, блядь, закладку достанет, очки наденет, блядь, книжку перелистает до нужной страницы, нахрен. Срань, блядь. За чаечку сбегаем. Каратюги, вообще-то заходить не хочу. Ой, сухарик, берегись. Бей куда угодно. Столько целей. С левой стороны одни красные, блядь. Там захватывают флаг, блядь. Бред. Опять чист, блядь. Да чтоб тебя леший, сука, дрыч убит. Почему он всегда там, где Яна? А, понятно. Тернер посчитал, что мы должны просрать, ребятки. Этот скилл у него... Это как танка, блядь. Ой, блок. Ну блин. Я думал, ты ее убьешь. Она в блок попала и... Да, в блок полетело все. Столько же хп осталось, блять. Вот трое бьют, и столько же хп, сколько было, блять, у этого пикера сранов. Неужели это интересно, вот это вот видите? Зачем есть скиллы у Сим или Калипсо? Я не понимаю, это 2.5 раз. Вылазит, блядь, тупо ложат всю команду и убегают. Давай, Клод, вперед! Я не знаю, наверное, блядь, надо этого перса нафиг завязать. Спалился. Совсем не столкнуть. Ой, а у меня кончились баночки, это... Пойдет в ход шутинг тогда? Ну, 1000, правда, атаки меньше. Сохранность, сохранность. Чё поделаешь? Зато 78 АФ. Тут вообще жирный какой-то. Кто меня пал какой-то баб. Господи, я тут запуталась, мне нужно бухать.
А, нет, живи. Лично эти калипсы не вовремя вылезают. В ДР, что ли, я попал в Мирельки? А я там, короче, такое как с 99-го скилла слил. Да это аватар, что свои какашки кидает, летает. Стоит в инвизе, во все стороны лупит ей. Блять, по площади бьешь ей похеру нахер. Ну, у нее непонятно, что у этой калипсы, блять. Блестинг. Это гармонийское оружие зачарованное. Сдохла, сука, наконец-то, блядь, попал. Там люди за кем охотятся, так? Цепалипсы-то этой грёбаной, блядь. Так, выбежала, блядь, пиндоса, блядь, очередная, нафиг, меня, блядь, пока я тут корячился, нафиг, она у меня, пинишку, я говорю, раскорячивается, нафиг. Ой, блин. На библиотекарша, знаешь, час готовится, чтобы, блядь, книжку открыть. Под Мирельку мы с тобой попали тут. Я вообще ничего не понимаю, сам произошел. Привет, дедушка, конечно. Да, еще умирает, брал. Места, блядь, всегда ждут. Лёня побежал, помирает. Лёня, ты лучше, да. Лёня, хрен, Лёня, блядь, успел. Ага, Лёня, хрен, блядь. Нет, Лёня даже успел, непонятно что, блядь. Стоял непонятно в каком углу, блядь. По мне там ни хрена ничего попасть не могло между этими двумя ступеньками. Хер знает, что меня убило вообще. Не двигался. И телепортнулся вообще в другую сторону. Конечно, лицо прибежало. И это убежало меня. Вот тваря. Все так пробивает. Это... Все пробивает. Абсолютно все. Че за прикол, Гундам, это второй раз уже медальку собрал. Значит, ты забрал, он следом забрал. Ой, какой бред. Перезабрать он. А че все бегут? Искать кого не вижу. На это колесо. Как этих индизеров вытащить отсюда, ладно? У нас тут строят. Угу. Thank you.
Ой. Блять, еще под дебаф засунула. Я Зелина так бах-бах-бах, все, Зелина это сбила. Че на ней ходи, это первый знак. Глубо скилл. Катька в инвизии. Перс, который бегает быстрее, чем летит ядро, блять. Ну это, блять, надо было придумать его. Так они и придумали. Или они придумали его. Я понимаю, ага, блять. Чтоб тебе жизнь медом не казалась. Они все бегут. Адрианка меня завалил. Скелет катается, блять, по полчаса. Корячится по полчаса, блять. Блять, ходит, как будто обосралась. Блядь. Ну, вообще, что за перс, вообще непонятно. Обосравшийся. Как это, блять? Эти стринги — это не трусы, в них обосраться нельзя. Надо выкурить отсюда еще. Да жопа какая-то, блядь. Ты понимаешь, ну ничего, на ход нажимай, появляюсь на точке резко. Мгновенно нажимаюсь, все, нихера. Она стоит, раскорячивается с этой книжкой. Бля, и все на это. Какой ты лишника гребаного в следующий раз? Это будет легче. За мной погоня. Прекратись. Говняки, мстить пришли. Шарики она эти вызывает, охрененно. И, блядь, поеду по одному хп, блядь, ковыряй там. Пинь, пинь, пинь. Корячится, что-то корячится, моментальным скиллом ударить не может. Да, моментальный скилл корячится должен, блядь. Жопу там свою пристраивает, что-то, блин. Ты ж понимаешь, вот что так у них. Фига, тут какой-то... Какой-то этот был... Скажи, Патрик со скиллами меня убил. Ну, фоточка Бернелли. Что происходит-то, блин, каратистка? Придурки туда-сюда, туда-сюда бегают. Ой, сколько здесь человечек. Я убил. Мой удар 13. Удар врага. 1 000 000. 13 миллионов. Как реклама раньше была, это ты называешь удар, а это нянчики. Вообще изначально... Чак Норрис. Да. Это ты называешь удар. Скандал,
Они куда-то бегут. Оп, стоять. Грассиело, бедненький, стоял, корочками меня бил, ждал, пока повезет. Ну, надо Лионель, надо еще дальше делать. Надо 100 на 100 метров квадрат такой делать. Сил. И причем, чтобы из-за угла стрелял. И еще какой-нибудь это, по всей каимбре, скиллов, скиллуха. Не-не, скилл, скилл. Занять позицию, да, которую он может. У меня на 20 метров бьет эта дуга. Я его даже не видел, откуда меня убил. Ну, он через стенку стреляет. Через стенку на 30 метров, нормально. Это дуга через стенку вылезает. Ой, я прям на игре пришла. Да, мне тоже так было. Ой, Элечка не пробежала. Ну, Патрик какой детский, а? Ну, кто-то дам и сразу убил. Там Эвил вокруг себя уже. Угу. Как у этой, ну, как у Беатрички. Корячится, корячится. Никак не дают. Попал. Это тут спецэффект. Ага, хер, и я сдох. Калипсо, блядь, оказывается, получил пиздюлину после меня, осталось целое. Сухарик, чё ты тут вообще ничего не выбил с него? Да я их вообще не пробиваю. Не кусай его, блин, чё оставили? Давай сам кусай, блядь. Какая-то козлина, кикерами опять. Твою мать, помогайте мне, чё я убегаю. Вам помогу. Бог поможет. Что это за... Мать, я там кого-то убил, но... Ой, сухарик, я там влетела. Не долетела. Всё, меня убило, это кола прям долетела такая. Запинала, да? Сухарик, ты куда пошёл? Посмотри, что он делает. Да тут пиздец делается. Я пришел, одного убил, сам сдох. Ты можешь все скауты. Ты меня никто не лез. Да блять, когда скажет, вот Арму тогда шанс ее бафа второго. Кто это напал? Катя тут стоит так. Ой, Катя, бежим. Чё ты добивай её, чё ты боишься? Надо отходить постоянно.
Бляха, мой. Я слабенький, вы меня чётко. Блин, Аня вообще этого танка должна на фаршу. На фаршу да. Только мы идем. Вообще вот этот заколок надо стороной обходить. Ой, блядь, меня кто-то в сон кинул даже. Что за прикол? Сухарик, ты попробуй, блядь, заковырять это вот, вот это нечто, блядь. Ха! Ага. Фига себе, Эвил тут, блин, раздает. Угу. А так он из себя ничего не представляет. Да-да-да, просто джахнуть не умеет. Интересно, блин, закупки их оттуда выбивать. О, господи. Оп-оп-оп. Не получилось. Я им туда шуду и спасу. Шуду и ду, да? Шуду и шо не вдую. Тут танк бегает, я с ним вообще не честно. Ой, ВДР вообще попал. Что за бред? Ой, опять ДР попал. Что за? Я вообще не знаю, куда я попадал. Чисто мягкие магии бью, блядь, не хирает. Вообще непонятно, тут уже что нужно. Опять что ли какой-то баг на них? Первый удар по ним вообще никуда не уходит практически. Второй добивает. В ДР, я говорю, в ДР все летит. То есть ты как бы анимация есть, но по ним вообще. О, рейд-босс, объем Тиза. Чего? Он может уклониться, если у меня игнор уклона. Да, запинали, короче. Вы там кабанчика загоняете? Мобилу отжали. Yeah.
блокаду повесили, его на мать. Заяц зато гуляет, у него бессмертие. Да. Заяц хорошо на него. Может притвориться зайцем? Надо на следующий ряд поржать. Притвориться зайцем? Бомб. Смотри, дико захватывает. Ой, тут ваш этот. Рейд босс за нас забрал. О, все, нахуй. Что значит 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5? Нет. Это цифры, которые по нему прилетели. Почему этот смех означает 5-5-5? Ой, пацаны, я тут. Выбежал. Шестерых. Пинул, никого не убил. Чего это, блин? Туда-сюда бегает персонаж. Ебана мать. Андрей Жентюр. Там без маркета нас берут. Яндекс. Блин, столько красных точек, а попал я только в лагере. Нет, живи. Нет, не живи. Блин, почти вышел я со скилла. Опять у меня медаль как Гандама. Стол мне часто попадает стол. До каких пор Патрик критовать стал со скиллами? Да, критовал. Да? На немке он не критует? На немке ничего не критует, там баги. Немка сам по себе сервер не критует. Не критует, да? Вообще никто баги не ломает, не похуй. Да ёп. Просто тест не был упал свои. Инсенген.
Бегал, бегал, прыгал, прыгал, чуть ничего не убил, сам сдох. Жиза. Жопой сел в огонь. Вдобавок ко всему. Не знаю даже как огонь, короче, сработал, когда я был в километре. Короче, блядь. Няня не справится, она игнорит блок, она игнорит ворота, она накидывает себе целую кучу вот этой перчатки. Шикарный перс. У нее огромная атака в стойке. Он мадок, блядь, замесил нахуй этого армшалуна. Со скилла причем, блядь, зарезал ему. Понятно, от чего зависит игнору вообще у воротов вот этого всего. От РДР. Блин, а сколько там у них? Ну просто интересно. Плюс 9-й, 10-й брони, плюс 10-й кастеты? Ну, вдруг? Плюс 100-й брони. Не, Аделинка намного фановее, чем. Чем кто? Ну, тот, папа, тот. Сравнил. Ну я сравню, я сравниваю. Вот он минимум. Копишь? Что, блин? Я вижу? Тоже вижу. Да. Я в этого попал. Он. Другом. Что это тут за голова? Да. Ой, мальдок. Чиканечка. Вот все ничего, как приходит к Гертруд, все, трындец. Мама, помоги. Ну, бегает очень звучит. Ты ему приглянулся, да? Да, блядь, он... Я ударил тут удара, только по Гертруду удара. Я ему только пятки пощекотал. Продолжай, он от смеха умрет. Хо-хо-хо-хо, очень сложно. Ой, я попал под скилл этого. Эдио. Там только одна такая кола. Просто интересно. Который это в бомжатском костюме. Ну, может быть, для каких-то одетых людей. А для нас, походу, это очень усердно. Ладно, последняя атака. Жерло не могу. Ой, что это было?
А, мне кажется, все мертвы, блин. Мы победили. Победили. Ой, я ой, мы победили. Все, да. Ой, господи. Это все потому, что мы заняли полтора часа полные. Дерьмо вообще, блин, конечно. Теперь скажите, что под следующие дальнейшие наши действия, куда идем? Мы проиграли. Мы выиграли. Ну, пишут, проиграли. Почему? Мы выиграли. Это наш первый. А? Полоска-то наша. Ну вон пишет Devil Tears. Мы выиграли, Катя. Мы выиграли, Катя. Ну, господи, кошмар. Принцесса. У нас полочка полная, у них он не хватает. Вот, ну, давайте разгласим нашу... Та-та-та-та. Куда пойдем, скажите мне. Да подожди, Ислам. Сейчас разденемся сначала. А тебя чё, ты этот... занят? Рассылаешь? Я хоть сориентировал. Не знаю, куда пойти. КТБ? КТБ были мы уже. Тигрис? КТ? КТ можно. Давай. Сходить, кстати. А Роял Роуд пойдем? Блин, да надо собирать его. Его надо собирать. Давайте попробуем собрать что-нибудь. Ну давай соберем Роял, а оттуда в Тигрис. Я пошел трудиться, так что вы тут куда хотите. Ой. Че я набил-то? 69. Парик, что у меня 29 убил. Ну, что 89. Это где вы их нашли только? Я 69. 28 ой, нафиг. Туз 15. Катя. 19. Я 15. 19-я, да. Я 15-я. Ты покинул 15-я по очкам. А-а-а. Мне там неинтересно, я килл смотрю. 69 киллов. Это все потому, что вот мы с Афи...